11 апреля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, завершив поездку в Астаринский район, прибыл в город Ленкеран. Глава государства посетил памятник великому лидеру в мемориальном парке Гейдара Алиева в центре города и возложил цветы. Глава исполнительной власти города Талек Арашев проинформировал президента Ильхама Алиева о работе по благоустройству, проведенном в мемориальном парке Гейдара Алиева. Отмечалось, что здесь созданы все условия для отдыха жителей и гостей города.